Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины. И же вести всем, Христа исполняя, сокровище глави, и жизни подарю, и истины сами, и очистим на всякие смены. Господу помолимся. Владыка Божий, Отче Вседержитель, ежедневным глазом седьмию жрец, идущих пред Тевотом сведения, иерихонским твердым стенам пасти и разрушитель сотворил Иси, и вся в ограде сущая в руце людей Твоих предал Иси. Ты и ныне компан сие небесно Твоим благословением исполни, якуда глаз звини, и услышавший противные воздушные силы далече, от оград верных Твоих отступит. И вся разженная их огненная яжа на нас стрелы угаснет, трескание же молнии, нападение града, и вся вредная во духов злорастворение, всесильную и крепкую десницу прогонима и удержана, да утолятся, утихнут и отступят. Вся бо Ты славу Твою, пользе и спасение нашему через посредство действуешь. Твое бо есть и же миловать и спасательный Божий наш, и Тебе славу высылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и с пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Благословляет, вещается Богу по всей. Благодатью Пресвятого Духа, окроплением воды и освящением, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляет, свящается кровь по всей, благодать Пресвятого Духа, окропление воды и освящения, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляет, свящается кровь по всей, благодать Пресвятого Духа, окропление воды и освящения, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Спаси Бога, Владыка Твоя, и благослови Твоя. Ты православный христиан, сопротивные дороги, и Твое сохраняя Христом Христом. Всех с праздником Божьей помощи. Надеемся, что с Божьей помощью, по вашим молитвам, мы в четверг колокол поднимем наверх и в выходные уже будем слышать его звон. Спасибо. Спасибо, Господи.